Творческий мастер-класс подготовила Ольга Горнеева. Сначала она рассказала детишкам про работы художника Ильи Репина, а после предложила взять в руки кисточки. Девушка получает профессию учителя изобразительного искусства. Говорит, преподавать малышам трудно, но интересно. Она вспоминает, как сама в таком же возрасте сделала свой первый рисунок. Я сама ходила, наверное, с 2-3 лет, рисовала пальцем. До сих пор помню, когда я была маленькой, я рисовала вишню пальцем, и это было очень круто. Дети от такой программы в восторге. Им нравится проводить здесь время. После творческого мастер-класса их ждет игровой уголок, где для малышей собрано много игрушек. Родители довольны, что их детишки постоянно стремятся в библиотеку. И нам прям нравится все, и детям. Они прям тут все прям... Встанут утром, давай идем писать, рисовать. Заведующая учреждением Елена Кузнецова рассказала о действующей программе «Наше будущее», в рамках которой библиотеку посещают потенциальные читатели. Клуб «Наше будущее» создан для мам и малышей, которые не ходят в детский садик, которые живут в селе. От 2 до 4 лет он рассчитан, но, как правило, этот возраст варьируется. Могут прийти мамочки, которым полгодика деткам, и тем, которым 4. У библиотеки есть свои помощники. Они находят интересные поводы, проводят игры, творческие вечера и мастер-классы. За трудолюбие местные жители задорно называют их пчелками. Библиотека – это единственное место, где можно так все вместе собраться и весело провести время. Булатниковская библиотека очень универсальна. Это и досуговый центр, и место приятных и полезных встреч. Учреждение всегда с радушием принимает гостей, а любое мероприятие воспринимается здесь как небольшой праздник. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.